Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Всем бобра, дорогие друзья, особенно тебе, Антон. И сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Sally Face. И здесь суперская музыка, просто послушай. Я не умею играть на гитаре, но это офигенно. В общем, игра очень похожа на Friendball. Не обманывайся музыкой, это не какой-то экшен-хардкор игра. Это Friendball, ну или похоже на Friendball. Но музыка здесь... Здесь, в общем, управление. Пауза, АД бегать, инвентарь, окей. Ну, уже по одному изображению картиночки уже понятно, что эта игра будет какой-то криповенькой. Это было просто как в последний раз. Только в этот раз все началось в госпитале. Кстати, тебе... Йоу. Тебе нравится задний фон? Мне кажется, здорово, но напиши в комментариях, как тебе. Окей, я снова играю за девчоночку, походу, у которой на голове огромные-огромные проблемы. Окей, кто звонит? Алло? Да? Все хорошо, Сэл. Все будет хорошо теперь. Давай, иди сюда и увидь. А кто это? О, мне тут даже выбирать можно. Что отвечать? Кто это? О чем ты говоришь? Где я? А кто ты? Саул, иди и найди меня. Странно. Он звучал словно мой папа. Окей. Я иду искать тебя, папа. Очень длинными размашистыми шагами. Двигать. Ну-ну. Походу что-то внизу, но слишком темно, что это увидеть. Там просто капельница, нет? Ну окей, Салли, пойдем. Видимо, меня зовут Салли. Клик. Оу, я думал, это кролик, а это на самом деле собака. Ну окей. Угу. Здорово выглядит, очень интересный дизайн, мне нравится. Ключик. Хрена себе ты стрёмная. Офигеть, если стоять на месте, она словно двигается, словно ее изображение или сама рисовка двигается. Окей, ключ, можем выйти отсюда. Вперед на поиски приключений. Окей. Это не совсем нормально, то, что моя дверь просто пропала. Алло, кто здесь живет? Здесь живет, походу, никто. А, я в другое место вошел. Мноп. На дверях написано мноп. Ну, пойдем в М. Что это сейчас? А, я вернулся обратно. Если захожу не в правильные комнаты, тогда мне приходят кранты. И я возвращаюсь обратно. Ага, понятно. То есть первая дверь, я так понимаю, это Д. Д? Да, первая дверь это Д. Ясно. Первая дверь это... Я только что слышу колокольчик. Д. П. Нет. Д. Здесь, возможно, какая-то загадка. До. Ага. Дог. 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 Там была на картинке собачка. Да, я прав. Йоу. Ребята, я тут просто мимо прохожу. Только не надо ко мне резко поворачиваться. А на что вы смотрите? Что там такого интересного? Нажать я на них не могу, ничего не происходит. Окей. До свидания, ребята. Псинка, поговорить с собакой. Кто хороший песик? Кто хороший песик? Я закопал ее живое, ребенок. Скажи сам мне, кто хороший. А? Иди и посмотри сама. Спасибо, псинка. Окей. А что насчет ребят? А, ясно. Дейн Фишер. Любимая мать и жена. Спуститься вниз? Почему вдруг ты захочешь спуститься вниз в могилу? Вверху надпись 6. Или 9. Перевернутая шестерочка. Возможно, это нам как-то поможет. Я могу пройти дальше. Я не хочу спускаться в могилу, извините меня. А, фак, ладно. Походу выбора нет. Ну-кай, тогда в могилу. Эй, вперед на поиски приключений. Под землей в могиле. Кроты, вы здесь живете? Хоули-моли. Окей. Бункер. Супер. 6. Батарейки не включены. Закрыто. Да, что ты говоришь? Ключ. 6. Вряд ли это подходящий код. Закрыто. Окей. Мне, наверное, рановато, да, в этот ключ? Оу. 4. Там было наверху 6, здесь 4. 6, 4. И все, я больше ничего не вижу. Давай не 6, 4. Да, давай заново. 6, 4. 64. Е. К чему здесь Е? А, типа Enter. Enter. Ей! Я правильно угадал! Ха-ха! На, мозг. Мозговитый я, Салли. Паулем. Дядя? Какого хрена ты покрасил себе волосы в такой странный цвет? Кстати, по-моему, волосы твои живые. Папа? Ты не мой сынок.
Черт возьми, конечно, ведь я девочка вроде бы. Ты не мой сын. Мой сын не убийца! Ладно, видимо, я все же парень. Охренеть. Ну да, я не убийца. Это твоя... Это твоя ошибка, кто там ходит, папа, это ты! Музыка затихла. Я не готов к такому дерьму. Кто-то сбежал из морга, это морг, да? Вот эта шняга двигалась! Мама? Это ты? О, щет. А, окей. И тогда я проснулся. Или проснулась. Это парень или девушка? У него, типа, ну, как в ушах протыщенки. Это похоже, она похожа на девочку. Хм, это интересный сон. Я буду говорить, будто у меня усы, они мешают мне говорить нормально, поэтому я говорю как морж. Я думаю, что мы должны вернуться к этому сну потом, но пока, может, ты мне расскажешь побольше о теле? О каком теле? О каком теле? Ну, вы знаете, у меня их много. В шкафу там старый друг мой, Бобби, тоже лежит. Втором, который был с апартаментов. Папа и я, мы только туда въехали. И у меня было странное чувство об этом месте. Почему-то я была уверена, что мы будем жить... Не очень весело. Эпизод 1. Странные соседи. Я уже знаю одних странных соседей. Йоу. У нас стоит как типичный гангстер, знаешь, или как ковбой. Руки вот так вот на поясе, чтобы быстро достать пистолет. Это наше новое начало. Мы можем, наконец, забыть то, что произошло в Нью-Джерси сзади на... Ну, оставить позади. Почему у меня маска очень похожа на персонажа из «Пятницы 13»? Она станет паньяком? Почему бы тебе не пойти по зданию и не найти себе парочку друзей, пока я распаковываю наши вещи? Ладно, папа, я пойду и покажу им мою маску. Куда ты телепортировался, папа? Ты мне забыл рассказать о своей новой способности телепортации в пространстве и времени? Что ж, круто это иметь, я бы тоже хотел. Просто немножечко вещей, которые мы купили в магазине. Ничего важного. У нее походка шикарная. Такой реальный пацан. Ну или девушка, я не знаю, кто это. Напиши в комментариях, это девушка или нет. Для сна. Папа все еще имеет проблемы со сном после... После того самого, что произошло той ночью. Я пока не знаю, что именно произошло той ночью. Видимо, он увидел какое-то убийство или что-то такое. Эй. Нет, стоп, я не готов уходить. Тут еще одна дверька, в которую я должен посмотреть. Кутейка! Мур-мур-мур-мур. Я вижу, что ты уже расположил здесь гизмо. Должно быть хорошо. Мяу. Какие-то... Челик. Я думал, как раз где это было? Эй! Теперь я могу задротить! Это всегда здорово. Задротить это всегда не. А, я могу что-нибудь... Папа! Папаня, какого хрена ты меня пугаешь? Чего ты здесь так стоишь? Эй, я... Ты решил чуть-чуть отдохнуть от того, чтобы распаковывать свои вещи? Это должна быть неплохая идея, потому что мы делали это довольно долго. Возможно, я тоже отдохну. А, пап! У тебя сзади там очень похожий на стол из Икеи. По-моему, его стоит забрать. Если это вообще стол. А, что ты думаешь об этом месте? Мне не хватает Джерси, мне не хватает мамы. Ну, увидимся. Что ты думаешь об этом месте? Ну, возможно, это не такая приятная лачуга, как наш старый дом, но я думаю, мы здесь расположимся хорошо. По крайней мере, пока у нас есть ты и я думаю, что мы здесь будем действительно как дома. Мне не хватает Джерси, кто бы он ни был. Да, мне тоже. Но, пожалуйста, дай себе шанс. Школа скоро вернется, и тогда ты сможешь найти себе новых друзей. А, Джерси это старый друг, который, видимо, был в другом городе. Да, я так думаю. Я это точно знаю, и кто-нибудь будет очень удачлив, когда найдет тебя в своих друзьях, Сал. Спасибо, папуля. Что это было, папа? Мне не хватает мамы. Да. Мне тоже. Мне тоже. Увидимся. Не попадай в проблемы.
Хм. Причем, когда я сказал про мамулю, тогда сразу пропал этот вариант ответа. То есть я больше не мог об этом спросить. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас за соседи. Соседи? Никто дома. Какого хрена, соседи? Вы должны были встречать новых нас. Вы должны были принести нам пирожок. Я Фимил, ёб твою мать, видел. Хренаси ты, бородач. Здравствуйте. Какого хера ты здесь стоишь? Я защищаю маленьких старых, маленьких, громких чувачков, типа тебя, от того, чтобы видеть, что они не должны видеть. Теперь, говнище, вали-ка отсюда. Я не заплачен за то, чтобы быть сиделкой. А кто ты? Я твоя, мать ее, гребаная нахрен феечка. Что вообще ты имеешь в виду, а? Я, мать твою, офицер, поэтому, пожалуйста... Немножечко уважения мне, а? Что произошло в этой комнате? Это бизнес полиции, ребенок. Ну-ка пошел отсюда к своим родителям. А, да, я бы хотел, чтобы это можно было сделать. Что это было вообще, а? Жопка ты мудрая. Он действительно сказал. Ничего. Вот это то, что я и подумал. Маленький, тупой, странный ребенок. Он действительно это именно и говорил. До свидания. Ты очень похож на какого-то... этого. Блин, я забыл! Рестлера! Есть такой рестлер, я правда не помню, как его зовут. Все... Я не могу увидеть цифр. Этот этаж в данный момент на перестройке. Пожалуйста, не ходите здесь. Хе-хе-хе. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Поэтому я пойду посмотрю. Оу, щит. Здрасте, я не думал, что ты здесь живешь. Мы с ним прям конкретно нашли друг друга. Он такой. И я такой. Дядя? Эй, сэр, вы в порядке? Тебе не нужно было сюда приходить. Извините, я просто хочу найти моих новых соседей и... Темное место. Это здание. Страшные вещи происходят. А с вами все в порядке? Очевидно, нет. Давай мы пойдем отсюда! Оу, щит! Че за херня? Еще один человек, который умеет телепортироваться! Да вы что здесь вообще, все X-мены? Я попал в сборище мутантов и... Да, я пойду отсюда. До свидания. А что это за дверь? Это странно, но эта дверь закрыта. Закрытые двери — это не странно на самом деле. Закрытые двери — это бывает. Иногда двери закрыты, и это норма. Закрыто. Окей. Закрыто. Окей. Закрыто. Окей. Пихюаль. Кстати, здесь что-то сломано. Ладно, я надеюсь, этот бомж мне не придет больше. Ну, давай проверим. Бомжик! Закрыт. Что? Ты еще здесь? Нет, он с концами пропал. Окей. Это бомж очень странный бомж. Это бомж умеет странное кунг-фу. Еще его хрен найдешь. Опасность! Здесь мокрый пол. Везде проблемы в этом, ёб твою мать, доме! Женщина! У вас лицом какие-то проблемы? Никто дома. Здравствуйте, вы моя будете другом? Я хочу с вами быть другом. Эй! О, боже! Извини, ты меня чуть-чуть напугала. Ты должна быть одна из этих новых ребят, 402-го, да? Со всем этим весельем я даже не имел шанса подойти тебе и сказать «Привет!» Да, это просто я и мой папа. Мое имя Сал. А, это прекрасно познакомиться с тобой. Я Лиза. Я забочусь об этом месте. Пожалуйста, давай. Я, знаешь, держу все это здание в порядке. Увидимся, если тебе вдруг будет что-нибудь. Хорошо? Если тебе что-то нужно, не стесняйся спросить. Матушки? Конечно. Ты, конечно, всегда приветственна здесь. Окей. Окей, здешние люди очень стрёмные люди, честно говоря. Давай сходим на второй этаж. Я думаю, сейчас мы походим по второму этажу и будем закругляться, потому что я не люблю делать видео больше 15-20 минут. Эй, кто-нибудь здесь? Здравствуйте, я из этого здания, я новичок. Я бы хотел показать себя моим соседям. А, да, давай, заходи. Чарли! О, щит. Мое имя Сал. Я просто здесь недавно приехала. У него есть пони! Типичный зритель пони, да? И Фредди. У него есть... Смотри, у него самураи, у него пони, много пони. Он реально в пони, он очень любит пони.
и черепашек. И много есть. Ладно. Что с твоим лицом, ребенок? Хоть кто-то заметил, что у меня на лице мотив маска. Ты знаешь, я хипстер, я люблю маски на лице носить. О, ты знаешь, я понимаю, эти маленькие дети, новое поколение и все такое. Вы самовыражаетесь так, да? Я когда-то тоже был молодым, я понимаю. Когда ты был молодым, ты был... Шариком, да? Я хотел придумать что-нибудь более хорошее, но не смог. Ну, поэтому, пока ты не в какой-нибудь банде или что-то такое, поэтому оставайся в порядке. Ведь ты не в банде, не так ли? Нет, я не в банде и ничего такого. Отлично! Я Чарли! Давай, ты не будешь воровать мои штуки, и тогда все будет в порядке. Я собиратель, понимаешь? Я собираю многие вещи. К примеру, души маленьких детей. Нет, это я шучу так. Эти вещи, они как у меня семья. Поэтому, если ты будешь с моей коллекцией что-то делать, тогда ты будешь иметь дело со мной. Поняла, маленькая девочка? Да, конечно, это не проблема. Я не дам вам никаких проблем. Отлично слышать. Я могу с ним поговорить еще. Ну так... Да, я понимаю, что ты вообще без слов от того, что ты никогда не видела такой невероятной коллекции, как у меня. Да. Не волнуйся, в любое время я дома. Ты можешь приходить ко мне и смотреть на меня. Я очень хочу на тебя смотреть, знаешь, это прям моя мечта, охренеть. Приехать сюда, чтобы смотреть на таких, как ты. Угу. Приятное место ты нашел. Да, это моя собственная маленькая райская... хижина. Просто мне, я и мои штуки. У тебя даже компьютера нет. Ты не истинный задр, у тебя нет компьютера. Вот будет компьютер, тогда можешь называть себя реальным, клёвым пацаном. А пока нет. Ты здесь живешь один? Один? Посмотри вокруг. У меня здесь такая компания, о которой никто не может даже мечтать. Да. Поэтому иногда здорово иметь каких-нибудь посетителей, наверное. Я скорбенность. Да, си, дули. Я могу у тебя что-нибудь стырить? Посмотреть. Когда я... когда-то это был полный сет из этих пони. Великолепное сборище вещей я здесь нашел. Ты можешь посмотреть на все, но даже и не думай трогать их! А что за пони? Полегче, парень, я просто спросил у тебя. О боже мой, дитя! Ты никогда не видел мой глиттер пони? Rainbow Spectacular? Это как мой Little Pony, только мой глиттер пони. Это самое лучшее шоу, когда-либо произведенное. Это у него есть драма, у него есть экшен, романс, комедия, все, что ты хочешь. И, конечно же, пони. О, пони. Даже не начинай. Да. Да, походу я пропустила это. Я посмотрю это на телевидении, мне пора. Да, конечно, посмотри. Ты не пожалеешь. До свидания. До свидания. Этот молодой человек меня конкретно напрягает. Да, здесь никого дома. Ладно, ребята, я думаю, мы на этом на сегодня и закончим. Никто дома. Я думаю, мы на этом на сегодня... Это музыка была или что сейчас было? По-моему, кто-то там что-то пилит. Овца какая-то, пила. Пилы, мячики, лесорубы. Что за хрень-то происходит, ребята? Какого хрена? Они овцу пилят? Ладно, я даже знать не хочу. Ладно, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Если тебе понравилось, подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. И пока-пока-пока. Удачи!